Возрождение Спасо-Прилузского монастыря в Вологде. Мы знаем, что вы его возродили. В каком году это происходило? 1991 года. То есть самое начало, первые числа января. А за какой срок удалось наладить жизнь монастыря? Ну, фактически за 2,5 года. Ну, надо сказать, Вологда в то время очень печальный вид имела. Деревянные дома конца 19 века, очень красивая была резьба, но дома были уже очень ветхие, покосившиеся, пустынные улицы. Вечером ни одного человека, просто пустыня. Я жил в Москве и учился в Москве, и всю молодость провел в Москве, и детство. И для меня, конечно, впечатление было такое, как будто бы... Ну, я в такую глухомань приехал, что невероятно, просто я к такому не привык. И вот... Бедная, нищая Вологда, где всегда очень бедно жили люди, не могла ничем помочь, а монастырь огромный, и средств на восстановление фактически не было. Оставалось только молиться преподобному Дмитрию Прилуцкому, основателю монастыря. Он его основал в 1371 году. Чтобы как-то основатель помог, денег было неоткуда взять. И вот однажды в монастырь приезжает итальянец, какой-то бизнесмен, который приехал, чтобы договориться с администрацией о каких-то своих планах, я так понял, что, вероятно, по поводу леса в Вологодской губернии много леса, и заготавливали лес, и кругляк, и пилили. Вот. И, видимо, была такая культурная программа у него, и он решил посмотреть возрождающийся монастырь. Поскольку моя мама в свое время преподавала итальянский язык, я тогда еще немножко помнил кое-что. Конечно, итальянец был удивлен тем, что наместник, хоть немного, но говорит по-итальянски и, по крайней мере, понимает, о чем он говорит. Вот, мы с ним как-то побеседовали, и потом даже припомнили какие-то итальянские песни, которые я в свое время очень хорошо знал, потому что с детства слушал пластинки итальянских певцов. Вот, и он чуть ли не расплакался, так он был потрясен, и в конце концов пожертвовал мне по тем временам сумасшедшую сумму денег. В долларах, конечно. Вот на эти деньги я и восстановил монастырь, потому что явно почувствовал, что это помощь преподобного, которому я молился, и никак не мог ожидать, откуда могут прийти деньги. Но вот представьте себе, из Италии католик, итальянец, вот приехал, значит, по делам сюда и пожертвовал в монастырь большую сумму, которая мне очень помогла. Ну, конечно, помогали потом уже и местные люди. Например, Череповецкий завод нам жертвовал металл, жертвовал технику, трактор нам подарил, машину, грузовичок. Мебельная фабрика, значит, был директор, я к нему приехал побеседовать. Он сказал сразу: я атеист, коммунист, был, значит, на последних двух съездах КПСС от Вологодской губернии, представлял, значит, коммунистов. Вот. Ну, с этим коммунистом как-то вот мы с ним поговорили в течение часа в его кабинете. И что-то с ним произошло. И он пожертвовал нам всю мебель.
отделал приемные покои наместника старинные 17 века. Так что через полтора года мы могли принять патриарха и научную конференцию. Вот в 1992 году и отпраздновать 600-летие памяти преподобного Сергия Радонежского и преподобного Дмитрия Прилуцкого. Они были большими друзьями и умерли в один год. Но в то время, как мне потом объяснили, светские власти запретили проводить празднование 600-летия преподобного Сергия в Лавре. И тогда мне из патриархии позвонили и сказали: поскольку у вас празднование тоже 600-летие Дмитрия Прилуцкого, разрешите нам провести и одновременно празднование памяти 600-летия преподобного Сергия Радонежского. И вот поэтому приехал патриарх, и была назначена еще до этого международная конференция по поводу 600-летия Дмитрия Прилуцкого. И мы приняли уже, ну, фактически в восстановленном монастыре патриарха и большую свиту, и ученых со всего мира, даже из Японии, были историки. В тот же день после обеда, около 15 часов, Его Святейшество прибыл в Спасо-Прилуцкий монастырь. Патриарха встретил наместник возрождающей обители, игумен Ефрем с братьями. Нужно сказать, что патриарх приехал в самый разгар работ по восстановлению монастыря. И нечего удивляться, что асфальт свеж. Его едва успели положить накануне этого события. Кстати, активную помощь монастырской братии оказывает областная администрация, Череповецкий металлургический комбинат, производственные объединения «Амафос» и «Азот», вологодские промышленные предприятия и строительные организации. Его Святейшество направляется к храму. Здесь, под его сводами, покоятся мощи первого игумена обители, преподобного Дмитрия Прилуцкого. Патриарх идет поклониться ему.